Вот такая зона для болельщиков. Здесь всякие развлечения, игры, футбол, настольные, мячиком можно попасть в мишень. Так, мы зашли на эту тематическую площадку для болельщиков в Москве, около Третьяковской галереи. Здесь можно отправить письмо любому футболисту. Пишите, и FIFA передает ваше послание этому футболисту. Можно вот так вот залезть внутри футбольного мяча и сфотографироваться. Здесь играют в настольный футбол. Там настольный бильярд. Здесь мишень. Итак, нужно этим официальным мячом чемпионата попасть вот в эту мишень. Сейчас попробуем. Почти. А здесь мячом, который уже с грыжей, нужно попасть вот в мишень из-под дарта. Сейчас попробуем. О, почти попал в мужчину. Так, а здесь некий футбольный бильярд. Нужно пинать мяч и загонять футбольные мячи по лузам. А, правило американка. Черным забивать нельзя.